Доброе утро, красотка! Сегодня мы отправляемся в Нижний Тагил, это мой родной город, на все выходные, и я беру вас с собой, так что поехали! Что вы нас снимаете? Мы едим кашу. Мы все в мехах. Кто икает в мехах? Меха. Ты принцесса, просто принцесса. Гречка, моя гречка. Скажи, я хочу на ручки, ты что, не осознаешь? Здесь же нормально. Здесь же нормально. Ненормально. Спать. Хочу на руки, хочу на ручки, хочу на ручки, хочу на ручки, хочу на ручки, хочу на ручки. А так и смотрит, папа блефует или нет? Да. Ой, это не блеф. Это наша гигиена, сборы с собой. Кажется, сюда не помещается. Денис очень классно положил очки, конечно, свои. Я уже взяла мицеллярную воду, тоник. Что еще нужно? Ага, щеточка. Венка для умывания. Что еще? Ватные диски, ватные палочки там будут. Это уже третья косметичка. Еще одна косметичка с декоративной косметикой. Боже мой, здесь все поместится. Спустя 10 лет сборов мы такие готовы. Ева спит сладким сном. Свою шапку сняла, как всегда. Она, знаете, любит носить как модно. Знаете, носят обычно вот не для тепла, а как бы... Ой, здравствуй, ты улыбнулась во сне. Носит шапку как аксессуар, просто на затылке прям. Вот Ева также любит. Щечка. У Евы прозвище домашнее. Щечка. Денис придумал. Я думаю, вы понимаете, почему. Смотрите на наши лимонные штаны. Вот так. Какие-то кочки. Остановка номер раз. Макдональдс. Ты хочешь это снять? Ты что, не спит? Да. Не спит? Ну, сейчас уснет. Что ты будешь? Ты картошку ешь, да? Какую ты будешь? Большую. Ах, ты прожорливый мальчик. С каким соусом? Мы успели на завтрак? Соус. Кислотный. О, смотри, появилась новинка. Вон справа. Как в Индии. Добавить заказ. Кофе? Какой? Капучино? Большой, маленький, средний? Средний. Не, я не буду креветки. Ну что, картошку? Я вообще ничего не буду. Чем ты пришла? Пришла, чтобы снять вот это. Вот мы едем под что? Денис слушает аудиокнигу на английском языке. Мы уже в Тагиле. Посмотрите, как нас встречают. На фоне Насти. Это яблочки. Яблочки. Настя, с чем они? С изюмом, да? Не скажу, будешь пробовать. А ты сама не знаешь, да? Потому что? Я здесь вообще-то была все это время, пока делалась. Еще мама сделала уху. Очень любим уху. Мне кажется, я показываю только еду. Что скажешь? Мы собираемся, оказывается, в сад сегодня. Бонжорно. А до этого ты говорила, что по-другому? А, я вообще ничего не говорила. Но до этого наши планы были другие. У нас нормальный вид сзади. All right. У меня сегодня Денис говорит по-английски весь день. Снимай, пожалуйста, от света максимально вот так. I did it and you said, is it normal? Back of me. Sorry, my favorite husband. And it's not nice. Favorite husband. Есть еще. Будет у меня аж 5 хазбандов. Такая, what did you say? What did you say? Sorry. I'm just a flower. No, apologize. I'm just a flower. Давай по-русски говорить, все-таки у меня русский комп. Окей. Это манник, и мы сегодня его делаем.
Марник. Сзади тебя стоит маргарин. Маргарин. И шрам. Do you need маргарин? А вот это яблочко. Оно нужно translation. Очень вкусное. In English it will be яблочко. Мы вливаем маргарин. Как будто манго with juice. Nice. Вы помните этот фон, кто со мной дольше всех, наверное, сейчас вспомнит. Хотя нет, мне кажется, никто не вспомнит, потому что это просто обои. Но я на этом фоне снимала раньше видео, когда жила в Нижнем Тагиле. I remember it. Ты помнишь? I saw one У меня video. Сегодня Денис разговаривает на английском весь день, тренируется. Тренируется, в смысле, просто тренирует английский. Hey, girls. Hey, girls. Hey, beauty. С. Привет, красотки. Красотка — это beauty? Pretty. Типа, pretty woman, да? Pretty girl. Pretty woman. Какие у нас сегодня планы? Мы сегодня едем в сад. Планов, на самом деле, таких не было, но сейчас они появились. Настя, а красотка — это будет pretty girl или pretty woman? Да, pretty woman. Pretty woman. Ну, что ты делаешь? Ну и ладно, что ты делаешь? No, how to explain in English what we do. How to explain. Я, знаешь, я очень знаю английский, классно, конечно, чтобы исправлять человека. I'm catching. I'm rocking my dear daughter. О, как мило. She is so beautiful. Ответил, да? She is perfect, baby. Такая Ева. She is so beautiful. Ева, мне кажется, Еве не очень нравится. She is star of our family. И, кстати, Саша, знаешь, что заметила? Мяу. Уйди, Боря, уйди, какая ему сладкая. Она похожа на меня? Очень похожа. Ой, зая моя. Хочу показать мою детскую игрушку. Я всегда была хомячком. Настя, расскажи, почему. Господи. Расскажи, почему я хомячок. Подальше сделай тогда. Да тебе кажется. И так ты меня там как видно-то хоть. Отлично, вот так. Почему я хомячок? Ты хомячок? Да, почему у меня... Саша хомячок, его называют хомячок, потому что Саша очень любит. Любила. А, ну сейчас тоже. Мне кажется, ничего не изменилось. Вот сколько тебе, 5 или 20 с лишним. В общем говоря, всегда копить. Вот у нее это вообще есть. А хомяки, они же и белочки, они вот так все наберут, все. А что я копила? Деньги. Ты всё. Очень... Больше ничего. Когда дарили все подарки деньгами, она их, как я, не тратила. Она тратила их так, что скапливала. А потом, помнишь, она же тебе тельчик купила? Ты мне тельчик купила? Да. Hello, Moto, помнишь, 4000 рублей. Ты купила его? А мне некуда было их тратить, но я накопила. Позор, Данна, она мне подарила со своих накопленных. Мне их некуда было тратить. У меня была в детстве вот такая игрушка, бычок, потому что я родилась в год быка. И это копилка. Смотрите, вот у нас есть 10 копеек, очень богатые ребята. Нет, туда. Туда. Смотрите, слушайте точнее. Это первое, что он говорит. Реально, как на пастбище коровы. А сейчас, смотрите. Ну, Настя, дай засуну, я не могу. Ты говори по-человечески, вот на. Чего? Ты сломала его шею. Давай, сейчас будет. 3, 4. И зимой, и летом, осенью, весной. Клади сюда монеты по 2 и по 1. Я копить люблю, и ко дню рождения много накоплю. Всем на удивление. Больше положишь, больше возьмешь. Ту-ту-ту. Я сумасшедшая? You are. Of course. Can you ask her something? Yes. And she will translate in Italian. No, you speak Russian. Нет, она по-русски. Ты скажи по-русски, а я должна перевести на итальянский. How it was before? Ева пупсик. Can you say? Ева пупсик. So, can you say in Italian? Our daughter... woke up. Woke up. Да? Yes, проснулась. Да. La nostra bambina è svegliata. Вау. Мы в саду. Покажи ромашки, как их красиво. А еще посмотри вот это. Клубничка. Вообще, кинзу любишь? Очень. Денис, ты любишь кинзу? Да. Ты видишь то, что вот эта штука попадает в кадр? Это нужно держать. Пойдем посмотрим тень. Пойдем. Клубничку. Челлендж. Найти красную клубнику с руками в руках с Евой. Ты бы видел, какая. О. Гигантская. Вот ты, когда так подносишь, жди, пока фокус появится. Настя, клубники там много было. Было? Тут еще полно. Так я тебе и говорю, что я просто это сделала, чтобы типа сейчас поесть. На. А ее что, не мыли? Я помыла же, ешьте. На. Нет, мне не надо. Настя ты собирается не... съесть все сама. Прям как реклама, Саш. Mm. What about me? Сейчас тебе дам. Очень вкусно, хочу еще. Что, вот так? Хочу еще.
О, она в грязиности. Ты ничего будешь? Ой, типа, тиски подогнать, что это тоже кормят. Тебе надо еще лет? Ну. No. Это бабушка на теплице. Вот помидоры выглядят так. Если кто не видел помидоры, кто не был в деревне или где-нибудь в теплицах, знаете, помидоры растут вот здесь, пока их еще плодов нету. А вот есть плоды, смотрите. Маленькие зелененькие помидорки. Наша атмосфера. Здесь стоит коляска. Тут Ева не лежит никогда, потому что все ее берут на ручки, все с ней ходят. Коляска вообще бесполезная. Раньше, когда я летом прямо жила в саду, я помню, могла утром пойти по грядкам, наесться тем, что растет. Сорвать огурец, там крыжовник, смородину, малину, клубнику и наесться. И бабушка уже потом звала на завтрак, а я такая: бабушка, сорянчик, но я сыта. О, огурцы уже есть. Я всегда так любила есть самые маленькие огурцы. Я не давала им вырасти, прям, знаете, да, даже до такого размера. Я съедала самые маленькие, потому что они такие молоденькие, хрустящие, очень вкусные. Я решила продлить наш влог, потому что мы здесь все-таки на выходные. И делать влог как бы с двух дней. А сейчас я пошла умываться, завтракать. Всем бонжорно. Масочки тайм. Ты делаешь с ней равномерно на две девочки. Как раз таки равномерно. И чтобы не было видно, знаешь, вот этих там вот пеленка лежит. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Это масочка. Она беленькая. У нас, к сожалению, одна кисточка, поэтому я отдаю ее старшей сестре. Всегда надо дать старшему, чтобы накормил младшую. Ты мне не отдаешь. Да, я тебе сделала. Смотри. Жирненько вот так вот. О, как прикольно. Вот так вот. И отстойно, как у тебя сметаны мажут. И вот так. А теперь разноси. Без сливочками. Так, честно, я не вижу, что я делаю. А у тебя есть зеркало? Ну, мне прикольно это, типа, так как у меня нет кисточки, к сожалению, я буду делать это рукой. Надо что-то говорить по уму, типа, делать. Как правильно разносить, Саша, ну-ка расскажи. Усы вставляем же мы вот так? Усы делаем, да, под глазами. Тоже вот так. Зону не трогаем, это туда. А мне интересно, как я это буду разносить руками. Я тебе дам кисть. Не хочешь? Нет. А нормально? Ого, прикольно. Ну, вообще, кисточка девочки, походу, не нужна инвестиция в себя. Нужно, нужно, мне нравится. Ну, чувство, это прикольно. Что масочка наносится вот такой фигуриной. Если честно, это даже прикольно. Но я тебе так скажу, у меня даже более гладко, как будто бы, да, от пальца. Все так, так жизнь бежит, и такие уже поколения просто, не знаю, капец. Вчера сидишь в доме бабушки и говоришь, я сижу в доме прабабушки и дедушки, и понимаешь, что время уходит, и они уходят. Цените близких. Вот это философия. Философия жизни. И Катсиндю вообще просто момент. Вот мы вот с Сашей видимся не очень часто. Мы ценим то, что мы сейчас маску наносим. Вот смотри, очень красиво. Много жирно под глазами. А как раз это такая зона, где там вообще так жирно не надо. Под глазами. Убираем. Знаешь, еще не хватает огурцов на глазах. Не говори. И вот так вот лечь и сфоткаться. Кстати, да, мы все это делаем для фотографии, чтобы сделать анонс. Я чувствую, что у тебя лучше, чем у меня. Да нет, нормально все. Мы с тобой сегодня пойдем в фикс прайс. Обязательно. Еще и головар. Знаете, почему фикс прайс? Потому что фикс печать. Мы потом снимем видео с Настей. Как раз таки это и будет наше совместное видео. Макияж и фикс прайс. Ну все, чао, какао. Пока Саня знает, я сниму ей видео. Саня, я вас люблю. Мы вместе. Мы вас обожаем. Это наши коты. Как зовут его? Тиша? Ты чё, Тиша толстый, Саш, ну ты чё какая-то? А, это Федя. Как будто ты теперь, знаешь, живёшь в Филадельфии и приезжаешь раз в год. Я так редко приезжаю. Вот это Сима, я точно знаю. Это моя любимая кошка. А его зовут Феликс. Он очень ласковый. Видите, как у него лапки держатся. Анастасия, куда мы с тобой идем? Мы идем покупать что-то там. Погромче говори. Мы идем закупаться. Для чего? Мы сейчас грабим бьюти-индустрию. Да. Мы в фикс-прайсе. Сразу же заметно, да? Мы тут уже немножечко себе набрали для видео с Настей. Вообще мы ожидали чего-то большего. Я думала, что здесь будет побольше товаров. Помаду, бальзам. О, давай, все, бери нас. Ну, точнее, что-нибудь разное, конечно. Тут очень много лаков почему-то и зажигалок. Едем уже в Екатеринбург. Провели выходные в Тагиле. Ева у нас спит.
Я сейчас буду монтировать. Денис, как всегда, возьмет себе кофе для романтики. Да? Yeah. Вот такие наши дела. Настя провели трансляцию в Инстаграме, так что обязательно подписывайтесь, если не хотите пропускать их. Мы за 50 минут эфира успели с ней ответить на ваши вопросы, поиграть в игры, спеть 3 песни на 3 разных языках, поиграть на фортепиано, попить чай, ну, в общем, просто поболтать. Так что это очень интересно. Но, к сожалению, нельзя было сохранить эфир для всех, потому что мы как раз-таки пели, то есть мы включали песни в эфире, и это авторское право для Инстаграма, к сожалению, и никто сейчас не сможет его посмотреть. Поэтому надо было успевать и смотреть. Смотрите, как спит наша Евика. Евика, ее мама называет Евика-девика. Знаете почему? Потому что я в детстве, или Настя в детстве, или я в детстве, мы говорили не девочка, а девика. Девика. 6 букв. Девика. Вот. И это созвучно с именем Ева. Евика-девика. Я хотела сказать про Еву. Ну, что такое? Что такое? Хотела сказать, что она на трассе Екатеринбург-Тагил спит просто как, я не знаю кто. У нас просто очень... Что? Что такое? Что тебе снится? Ой, просто во сне. Зайка, все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Я рядом, я рядом. Я рядом. Так вот, я говорила, что она спит очень крепко, потому что у нас такая дорога, знаете, именно не с кочками. Я решила перевернуть камеру на себя все-таки. Так, наверное, логичнее. У нас трасса из Екатеринбурга в Тагил и обратно, собственно, вот с такими плавными кочками, знаете, то есть укачивает даже меня. Ева очень крепко спит, и она прям, знаете, погружается так глубоко в сон, что забывает о том, что нужно поесть. И вот когда Денис вот так вот остановится, как мы сейчас, например, остановились, она прям резко из сна начинает такая... Такой шок, почему я так давно не ела? Красотки, я уже почти ушла спать, смыла макияж, но у меня тут такая приятная новость, что я не могу не поделиться ею и только потом уйду спать. Дело в том, что мои сумочки Александра Паснова Бэк полностью распроданы, и они уже едут к своим покупательницам, они едут к своим красоткам, и я безумно на самом деле рада. Спасибо вам большое за такую отдачу, такой теплый прием. На самом деле мой директ разрывается просто от миллиона сообщений. В принципе, все как и в прошлый раз, типа, Саша, будет ли до тираж, где можно еще заказать сумочку, я не успела заказать. История а-ля, вот у меня только сейчас появилась денежка, и я только сейчас готова купить ее. У меня безумно классная к вам новость, потому что, кажется, нам удается договориться с брендами, чтобы сделать доп тираж. Там будет немножечко другой состав, обновленный состав, причем по более приятной цене. И я безумно счастлива это говорить, потому что хочется порадовать каждую из вас. Конечно, прямо каждую не получится, но тем не менее, чем больше красоток я порадую, тем счастливее буду я. Поэтому следите обязательно за моим инстаграмом, там будут все обновления вот-вот совсем скоро. Мы сейчас пойдем купать Еву, потом я пойду в душ, ну, в общем-то, уже время близится ко сну, так что я вам желаю спокойной ночи. И спасибо, что провели этот день со мной. Точнее, 2 дня, да, это же были целые выходные. Пока!